Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». В Кирове начинается программа «Дневной разворот», и сегодня, спустя долгое-долгое время, больше года, может быть, даже полтора, в наш эфир возвращается «Разворот на бизнес». Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня... давайте сначала тему, да, обозначим. Тема «Инвестировать бум». Это как ты любишь, Олег, все. Все как ты любишь. Об особенностях инвестирования в Кировской области. Совершенно верно. Олег Прохоренко, Светлана Занькова в студии. Мы в прежнем составе. И надо сразу сказать, что у нас двухчасовой эфир. Мы будем разбирать вопросы инвестирования в Кировской области с конкретными предпринимателями по их конкретным проектам по телефону и в студии. И сейчас сразу представим тех людей, которые в студии находятся. Это Алексей Егоров, генеральный директор компании «Аварус». Алексей Глебович, добрый день. Добрый день. Михаил Шихов, директор по развитию компании САХ, депутат областного законодательного собрания. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ошибочка? Гордумы. О, Гордумы. Я вас повысила или нормально? Не знаю. Гордумы. Хорошо. По телефону с нами будет Дмитрий Трегубов, это компания «Димал». Михаил Некрасов, генеральный директор «Нанолек». И в гости к нам во втором части придет Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты. Надеюсь, что нас слушают те чиновники, которые отвечают за инвестиционный климат в нашем регионе. Мы им сообщили, что у нас сегодня эфир. Возможно, кто-нибудь из них подключится с нами по телефону. И любых бизнесменов, которые сейчас слушают нас, мы тоже приглашаем к нашей беседе. 211-101 номер телефона прямого эфира. Стенограмма нашей программы будет в ближайшем номере газеты «Бизнес-новости» с фотографиями участников и с сухой такой выдержкой того, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, а начну я с небольшой справки. То, что есть на сайте Минэкономразвития Кировской области. За первое полугодие 2017 года, ну, вот самые последние данные, которые там есть, на территории области освоено 18,7 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Это всего лишь 90,5% к соответствующему периоду 2016 года. То есть снижение есть, оно идет. И сокращение инвестиций как по розничной торговле, там очень значительное, чуть не наполовину. И деятельность в области информации и связи по операциям с недвижимым имуществом, то есть спад в строительной сфере. В то же время есть отрасли, которые развиваются, где инвестиции все-таки куда приходят. Это обработка древесины, производство изделий из дерева. Здесь несколько инвест-проектов. Там Мрошинский фанерный завод, Вятский фанерный комбинат, Алмис, который выпускает пеллеты. Вот. И производство лекарственных средств, материалов, применяемых в медицинских целях. 132,9%. Это, напомню, первое полугодие 2017 года. И связано это с реализацией инвест-проекта «Аварус», направленного, как написано в документе, на модернизацию действующего производства и организацию новых производственных участков. И у нас сегодня Алексей Глебович Егоров, директор, генеральный директор «Аварус». Вот, Алексей Глебович, действительно есть прирост по инвестированию средств в основное производство? И что за программы вы осуществляете? Ну, давайте дам небольшую справку, что если брать фармацевтическую отрасль, то она достаточно зарегулирована. И существуют очень жесткие требования по производству и системе качества лекарственных препаратов и их производства. Много ведомств нас проверяют, и эти требования от года к году только ужесточаются и становятся все жестче и жестче. Ну, я чуть позже там приведу какие-то примеры, как работает Росздравнадзор, Минпромторг, то есть это вот различные, еще раз подчеркну, ведомства. Можете нас поздравить, кстати говоря, вот буквально в январе мы получили европейский сертификат GMP. Это что он вам дает? Стандарт качества, подтвержденный европейскими аудиторами. Это государственный аудит был. Он нам дает, ну, во-первых, он подтверждает систему качества нашей компании, нашего производства, и дает нам возможность производить и регистрировать продукты на европейской территории. То есть это расширение бизнеса. И, так скажу, в Кировской области мы первые с таким сертификатом. То есть есть система сертификации, система
проверки качества на уровне Минпромторга. Это как понятно. ИСО 9001. Нет, там не ИСО. Там есть определенный приказ 916, и все предприятия, которые обладают лицензиями на право выпуска, и Нанолек, и Кировская фармфабрика, и ЛС-фарма, это вот то, что на территории Кировской области, они проходят проверку аудирования со стороны Минпромторга и работают. И, собственно говоря, требования примерно сопоставимые. Но еще раз подчеркну, это внешний аудит государственный. Поэтому достаточно много... Мы шли к этому аудиту, ну, наверное, на протяжении 3-4 лет. То есть были достаточно большие вложения и так далее. Подчеркну, что постоянно идет ужесточение требований, что, несомненно, не дает нам возможности остановиться и пользоваться той базой, которая у нас есть. Поэтому инвестиции в новое оборудование, в расширение узких мест, оно постоянно присутствует. Поэтому инвестиции есть. Ну, мы разговаривали до начала эфира и с Михаилом Викторовичем тоже по поводу того, во что сейчас инвестируем и можем ли мы экономить на расширении узких мест, как вы сказали. Нет, оказывается, не можем ни в каком бизнесе, который закрепляется и собирается реализовывать серьезные проекты, влияющие на жизнь региона. Что касается Нанолек, что касается Варус, Нанолек у нас будет чуть позже. Я помню, что в начале осени еще вы обращались в правительство с намерениями рассмотреть площадки, где собирались построить, могли бы построить еще один корпус, еще производство расширить. Чем эта история закончилась? Какие у вас были задачи? Ну, эти задачи, они у нас и на сегодняшний день остались, и никуда они не испарились. В планах у нас расширение производства по формам выпуска. То есть мы хотим расширить линейку, то есть мы хотим запустить, есть и продукты, которые мы уже разрабатываем, даже вне зависимости от того, что у нас нет мощностей, где эти продукты производить, потому что сейчас бизнес по различным схемам может строиться, можно искать контрактное производство, но если мы имеем компетенции... Контрактное — это значит, когда на аутсорсинг вы, да, отдаете производство. Вы регистрируете сами продукт, вы доказываете его терапевтическую эффективность, проводите регуляторные действия, клинические исследования, получаете... Ну, для этого все равно нужна контрактная площадка. Она может быть и на Западе выбрана, и на территории Российской Федерации, но и производить где-то в другом месте. Ну, понятно, что... И все это будет не в Кировской часть области прибыли, происходить. Да, часть прибыли будет оставаться у производителя, который обладает теми мощностями, на которые, так сказать, это производство будет локализовано. Поэтому нам это не интересно, то есть мы все-таки это не ставим в приоритет, потому что у нас есть и компетенции, и, собственно говоря, промышленный объект у нас есть, его надо развивать. Поэтому мы ставили задачу, она сейчас стоит, либо искать дополнительные территории, где можно было бы сформировать новый корпус производственный, либо расширять существующие площади. Но и там у нас есть проблемы, которые мы пока не решили для Давайте себя. Мы их обозначим, эти проблемы. Давайте обозначим. Дело в том, что, еще раз говорю, что фарма, так как и пищевое производство, оно регуляторно имеет определенные ограничения. Ну, допустим, есть постановление главного санитарного врача, которое определяет, что строительство складов и производств как фармацевтического назначения, так и пищевого назначения не могут находиться в санитарно-защитных зонах других предприятий. То есть это первое, ну, такое существенное ограничение, которое мы попадаем. Соответственно, если мы хотим сформировать где-то производство, мы должны четко понимать, что мы не попадем в санитарно-защитную зону других предприятий. А сейчас вы находитесь в районе улицы Луганская, да, правильно я понимаю? Да. И там попадаете в зону защитную, да? Сейчас мы находимся на территории улицы Луганской, и на самом деле мы находимся на территории бывшего биохимзавода, еще раз подчеркну, бывшего, который на сегодняшний день не существует. Это некая коллизия, потому что по существующим нормам еще, да, и рядом, кстати, с нами находится ЛС-фарма, который также, так сказать, находится в этой зоне. Но ситуация эта стала возможна благодаря тому, что когда мы формировались как юридическое лицо, компания получали все необходимые разрешительные документы, лицензии, действовал другой СанПин,
который позволял производить такие, ну, так сказать, формировать такие производства в санитарно-защитных зонах других предприятий не ниже другого класса опасности. Собственно говоря, здесь все по закону. Но на сегодняшний день для того, чтобы развиваться на этой территории, мы уже попадаем под такой закон. Да, так сказать, он определяет и реконструкцию, и строительство новых объектов и так далее. Но парадокс заключается в том, что эта зона, которая была определена, она, еще раз подчеркну, была определена под тот биохимзавод, который был государственным предприятием, если помните. И уже не существует. Его сегодняшний, да, на сегодняшний день не существует. Но норм... А статус остался? Статус такой, да, это по закону. Санитарно-защитная зона была определена, она не изменилась. И здесь, наверное, вопрос главному врачу санитарному, к правительству, которое, в принципе, могло бы решать этот вопрос. Потому что на сегодняшний день на этой территории, которая была, в кавычках, назовем биохимзавод, это 54, если не ошибаюсь, гектара. Кстати говоря, федеральной собственности, которая... Земля федеральная. Земля федеральная, я об этом писал, у меня была публикация в бизнес-новостях, я эту ситуацию раскрыл, потому что мы попытались отмежевать часть территории и попросили ее приобрести. На что, так сказать, Росимущество нам ответило, что это невозможно, потому что на этой территории она огорожена какими-то лицами, там какие-то объекты, непонятно кому принадлежат. Вы получаете разрешение от них, дальше мы отмежуем и будем разговаривать о их продаже. А пока вы арендуете, получается? Нет. Мы на сегодняшний день тот кусок земельный, на котором располагается наше предприятие, находится в нашей собственности. То есть это выкупленная земля. Но нельзя построить новые объекты. На ней сейчас объективно новое производство нельзя построить, потому что оно попадает под санитарно-защитные зоны, или надо решать, там есть некие экспертизы, которые можно провести, но это сложная история, и нам одним без помощи правительственного блока или там без желания, так сказать, чтобы это сделать все-таки, ну, невозможно этот вопрос решить, потому что надо создавать какую-то комиссию по решению этого вопроса, объективно ее обсуждать с привлечением и главврача, так сказать, по области, и других специалистов, и принимать какие-то адекватные решения в этом направлении. Прервемся на полминуты буквально и продолжим наш разговор с гостями нашими. Алексеем Егоровым, генеральным директором компании «Алварус», и Михаилом Шиховым, директором по развитию компании «САХ», депутатом городской думы. Инвестировать бум, товарищи, все-таки или нет? Вот в чем мы разбираемся сегодня. Продолжаем тему, да, об особенностях инвестирования в Кировской области. Мы закончили разговор о том, какие сложности есть в развитии производства. Да мы не закончили, мы только начали об этом разговор. Об особенностях развития производства в черте города Кирова, особенно производства биотехнологий и фармацевтики, вот, и сложности, которые возникают при этом как раз с расширением площадки, с увеличением там, производственных мощностей. Речь идет о 54 гектарах земли, которые находятся в статусе, закрепленном по старым там, да, нормам, которые невозможно сейчас использовать, пока не разрешится вопрос, использовать для расширения производства ни одному, я так понимаю, предприятию, которое на этой территории находится. Ну, не совсем так, Светлана, еще раз. Давайте разделим как бы вопрос. То есть есть земля, она федеральный статус имеет. Да. Это 54 гектара. Да. На ней находится ряд объектов. Сколько там предприятий? Я не знаю. Это вопрос. Но ни одно и не два. Там ни одно и не два, да, там идет чехарда предприятий. Это тоже один из вопросов, который хочется задать, потому что невозможно нормального инвестиционного бизнеса, если не сформированы единые правила игры для всех игроков. Если один честно платит налоги и добросовестно выполняет все нормы, а другой вот каким-то образом хитрит и юлит, и ничего за это не бывает. Знаете, есть такое вот в юриспруденции Никола Макиавелли, если я правильно, по-моему, это флорентийский философ, да, который как бы говорил, понимаете, мы можем ужесточать право, то есть, ну, меру наказания там и так далее, но это ни к чему не приводит. А наоборот, сдерживание правонарушений приводит только к одному, когда есть неотвратимость наказания по любому вопросу. Вот если мы будем понимать, что у нас по любому правонарушению неотвратимость существует, пускай это будет небольшое наказание,
то тогда однозначно наблюдается спад правонарушений, которые... Давайте мы сейчас все-таки... Вот я поняла, какие там сложности серьезные существуют, и поняла, что их невозможно решить без предметного разбирательства и создания комиссии, в которую будут включены чиновники правительственные и заинтересованные ведомства федеральные. И все-таки, возвращаясь к своему вопросу, вы с этой историей пришли осенью в правительство, вы ее озвучили, вы напечатали это в прессе. Что изменилось с тех пор? Ну, с этой историей мы еще пока к правительству не приходили, только в постучались. Прессе, да, да. Мы постучались только вот буквально где-то 15-20 дней назад. У господина Шульгина была встреча. И вроде все-таки были... главы города, да, получается, администрация. Ну, администрация города, хотя еще раз как бы повторюсь, что земля — это федеральная история. Да, федеральная. Вот. Были там какие-то поручения, было нам предложение другой участок рассмотреть, но это вопрос земли. А вопрос санитарно-защитных зон его все равно нужно решать, и нужно его решать комплексно, потому что если мы хотели бы развиваться на этой территории, то нам надо вопрос с зонами каким-то образом отрегулировать. А другой участок почему, да, кстати? Да, коротко, пожалуйста. А другой участок, который там вот к прудам, я просто не, это, он принадлежит городу, и, в принципе, его можно отмежевать, и можно его рассматривать как к приобретению или к аренду уже у города. То это есть, там это, же на Луганской? Да, это там же на Луганской, это с забора в другую сторону от нас, то есть не в сторону, условно, биохимзавода назовем, да, а в сторону к прудам. И третий участок, который я знаю, что вы рассматривали, это один из промпарков, который ближайший город Кировск. Вы ездили туда? Да, мы ездили и в промпарке. И, кстати говоря, вот после вашей передачи мы еще ведем и поиск промышленных объектов, которые также, так сказать, выставлены собственником на продажу. Вот сейчас после вашей передачи я поеду, по крайней мере, на два объекта, также их в Кирове. Да, в Кирове рассматривать именно для применения под наше производство. Ну, что хочется сказать. Вот за последние полгода я на свою почту, так сказать, официально меня приглашают различные регионы. Это Татарстан, в первую очередь, Московская область, Москва, Ижевск. То есть очень много активности я вижу от различных субъектов. Они сами запрашивают. Они сами привлекают, они сами предлагают инвестпроекты. То есть это не то, что сказано, образно говоря, ребята, приходите к нам, инвестируйте, мы вам там дадим льготы и так далее. Но это на сегодняшний день, конечно, хорошо, но это, наверное, не совсем то, что ожидает инвестор. Допустим, как пример. Приходит бизнес-предложение от Ижевска, где предлагается и конкретный земельный участок с четко выраженной, так сказать, инженерной инфраструктурой. То есть они говорят, там есть газ, какие-то мощности, подводы, дороги и так далее. Понятно, что блок экономический, он отдельно по экономике, там ваши инвестиции и так далее. Более того, там даже предлагается готовые бизнесы, которые можно было бы на этой площадке организовать и так далее. То есть система предложений на достаточно высоком и хорошем уровне проработана. Это, еще раз повторю, это не просто земля в чистом поле, и мы говорим, что это экономическое там... И есть ощущение, что у них существует некое планирование стратегическое, да, своего, развитие своего региона с экономической точки зрения. Возьмите тех же татар, да, так сказать, они построили зоны, то есть там не только площадки, то есть там и корпуса, которые уже принципиально можно въехать инвестору, так сказать, ну, заплатив определенную сумму входного билета, и уже... Почему, так сказать, не идете в те регионы, в которые вас приглашают? Ну, еще раз, фарм достаточно сложная и тяжелая система. И разрываться, так сказать, на различные хотелось куски. Бы здесь, да, есть еще надежда, что можно если здесь мы, построить. Да, если мы имеем еще, так сказать, какие-то ожидания, что мы здесь этот вопрос можем решить, мы не уйдем. Так, да, мы с фармой продолжим еще в следующем части. Да, надо у нас вот этот вот вопрос по земельным участкам, он, видимо, ну, наиболее существенный. Критичный, да. Критичный. Он ведь был таким камнем преткновения и для размещения полигона твердых бытовых. Совершенно отходов. Верно. То есть альтернативы Костинскому полигону, который уже выработал свой ресурс. Вот, и как раз этот проект, он вошел в перечень приоритетных инвестиционных проектов Кировской области. Изначально там планировались инвестиции чуть не более полумиллиарда рублей. Да. Вот, возможно, сумма выросла. Михаил, все-таки как дела с площадкой обстоят на сегодняшний день? И насколько это для вас, ну, скажем так, весомый аргумент, там площадка под будущие инвестиции?
То есть начнем с земли, собственно говоря, да? А потом все-таки хотелось бы узнать, инвестпроект вырос за полмиллиарда, получается, или он легче стал? Ну, инвестпроект как и был чуть больше полмиллиарда, так и остался, да? С площадки я приехал только что, посмотрел, строительство идет. Земельный участок... Мы говорим сейчас о полигоне твердобытовых отходов в Осинцах. Да. Да. Инвестпроект реализуется. К 1 мая мы надеемся запустить первую карту полигона, сдать ее госкомиссии и уже включать объект размещения бытовых отходов в ГРРО, получать на него лицензию и с 1 января 2019 года уже начинать эксплуатировать. А это первая карта, вы говорите. Что включает в себя вторая карта? Первая карта, она рассчитана на 2 года размещения ТБО. Вторая карта, она больше и будет эксплуатироваться уже порядка 7 лет. На той же площади или расширение площадей будет? Мы сейчас про землю говорим. На той же самой, на том же самом земельном участке. На том же самом земельном участке. Да, общей площадью 18 гектар. 18 гектар. А почему другие земельные участки не подошли под эти цели? Насколько я понимаю, там и транспортное плечо играет роль, которое там удорожит серьезно там вывоз твердых бытовых отходов. И вообще площадки-то есть другие для размещения именно этого инвестпроекта, полигона? Ну вот как Алексей Глебович сказал, что к фарме достаточно большие требования. Я думаю, что к размещению ТБО они тоже, мама, не горюй, как называется, как говорится. Поэтому площадку сама компания искала 6 лет. Было рассмотрено порядка 50-60 участков. Это с какого года? Это ведь, смотрите, не только мы искали, но и правительство искало. Конечно. И правительство искало. За этот срок, по-моему, был спроектирован только один Шабалинский полигон, где земля более-менее подошла для размещения полигона твердых бытовых отходов. Поэтому вопрос очень сложный в этом смысле. Поэтому, ну, планирование слава Богу, полигонов что... десятилетия идет. Конечно. Вот. Но это, наверное, норма, потому что я геолог по образованию, ну, во-первых. Вот, да. Понимаешь, что это ведь такие исследования, они и бурение должны включать изыскания. Это не только там районирование, картирование и транспортное плечо изучения. Это и подземные воды там. Совершенно верно. Но заключение на этот инвестпроект, на эту территорию было выдано, экспертиза была выдана несколько лет назад уже. Полные исследования прошли. Да, почти 3 года назад. 3 года назад. Мы знаем, почему остановилось строительство полигона. Мы здесь не раз эту тему освещали. Сейчас у нас другая тема. Мы говорим об инвестиционном проекте как таковом. И времена-то изменились даже за эти годы. Да? Вот внезапно вдруг с федеральной крыши обрушилась на нас программа, вроде бы хорошая. Это программа, которая касается сортировки и переработки твердых бытовых отходов, платы там того и сего. В общем, всех коснулось. От частного хозяйства, от каждой квартиры до больших предприятий. И теперь уже не просто так нужно строить и открывать полигон, а с сортировкой, я так понимаю. Это правда ведь изменения? Пришли в процессе уже, да, после того, как были всякие... каким изначально был вот этот ваш инвестиционный проект? На самом деле, что он из себя сейчас представляет? На самом деле закон свалился вот не сейчас, прямо с 1 января 2016 года. Все после того, как у вас уже был инвестпроект ведь представлен, конечно, да? Конечно, да. Просто на 2 года это откладывалось. То есть откладывалось введение регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами, коммунальными сейчас. Вот. Действительно, с 1 января 2019 размещение на полигонах ТКО целого перечня продукта, который можно переработать, запрещено, в том числе и бумага. То есть пластик, ПЭТ, металл уже нельзя размещать. То есть, в другое место нужно везти. Нет, это все нужно выбирать как полезную фракцию, отправлять на переработку, а полигон ТБО должен принимать только так называемые хвосты, то есть утилизируемые фракции, которые, ну, проще сказать, такие биоразлагаемые отходы, которые не будут наносить никакого ущерба окружающей среде. Мы сейчас прервемся буквально на 1,5 минуты, и хотелось бы понять все-таки, что из себя представляет в нынешнем там состоянии инвестиционный проект, который касается полигона ТБО в Осинцах, и есть ли уже планы по дальнейшему развитию, да, производств, может быть, вокруг полигона там, да, или в каком-то другом месте, сортировка, переработка здесь, в Кирове. Планов громадье. Расскажем.
Инвестировать бум, товарищи, или нет? Вот в чем мы сегодня разбираемся в нашей программе «Разворот на бизнес» с нашими гостями и экспертами Алексеем Егоровым, генеральным директором компании «Аварус», и Михаилом Шиховым, директором по развитию компании «САХ». Михаил Викторович начал нам рассказывать про инвестпроект, который касается полигона ТБО в Осинцах. Мы знаем, что сегодня вы утром были там с инспекцией, с членами ОЗС и ОНФ одновременно. Да, Роман Альбертович Титов с вами выезжал. Там сейчас идет важная стадия. Там вот как раз закрывается площадка специальной пленкой, попросту говоря. Геомембраны, которые соответствуют всем последним нормам и технологиям, которые должны быть применены. Вот это строительство полигона ТБО мы все-таки освещаем более-менее, я уже для наших слушателей говорю, да, даже более чем менее подробно освещаем. А сейчас мы хотим поговорить о перспективах, потому что даже жители окружающих населенных пунктов задают теперь вопросы о перспективах, а что будет дальше, как будет развиваться это предприятие. Нас тоже это интересует, потому что мы сейчас уже говорим о вопросах сортировки и переработки. Так что касается самого полигона ТБО, вы сказали, что инвестиционные объемы не изменились, чуть более 1,5 миллиарда. А что касается сортировки мусоросортировочного завода, вот мы тут, и Алексей Глебович тоже интересуется, будет какой-то заводик построен, а может быть переработка построена, какие здесь планы? Что с сортировкой? Давайте с нее начнем. Ну, на сегодняшний день мусоросортировочный завод проектируется. Это будет мусоросортировочный завод с мощностью переработки 300 тысяч тонн отходов ежегодно. Это перекроет всю мощность города Кирова, и останется небольшой запас. Но если говорить конкретно вот об инвестициях по теме вашей передачи, давайте поговорим о том, что вся страна сейчас переходит на новую систему обращения с ТКО. И, наверное, для региона это на сегодняшний день один из таких крупных инвестпроектов, потому что территориальная схема обращения с отходами предполагает большое количество создания инфраструктурных объектов по переработке, сортировке, перегрузке, захоронению твердых коммунальных отходов. То есть фактически нашли еще одно сырье, которое можно на территории Кировской области добывать. Да? Помимо леса, торфа. Ископаемые, полезные наконец-то. Но это не ископаемые. Совершенно верно. На поверхности лежащие. По некоторым позициям вторсырья область у нас дефицитная. Недавно встречался с руководителем Иликона. Они заверяли, что не любой объем макулатуры заберут. Им приходится покупать картон тот же после того, как их собирают там все эти «Пятерочка», «Магнит» на аукционах там в Ижевске, еще где-то. А «Ликон» что производит? «Ликон», ну, я не знаю, они производили, да, там не вдавался в их перечень. Насколько я помню, они и туалетную бумагу производили, и конденсаторную бумагу, и, возможно, еще как-то расширяют. То есть вот у нас производители бумаги, которые работают на вторсырье испытывают голод и заводят эту макулатуру из других регионов на аукционах, покупая. Ну, уже где купят? Мы знаем, что, например, уже в Ижевске, просто здесь рассказывали не раз, когда ездила вот наша группа активная ознакомиться, как у них там ТБО полигон устроен, говорили, что там стоит заводик по переработке вторсырья в плитку. У нас есть такие производства или строить нам надо, например? У нас есть такие производства, плитка, черепица, что-то еще. Они тоже нуждаются в сырье? Они тоже нуждаются в пленке. И то есть это пластик подходит туда, да? Ну, в основном, это стричь, пленка из-под пакетов. Я знаю ребят, которые завозят это из других областей, то есть им приходится покупать отсортированное уже сырье определенного качества для собственного производства. А стекло? Больная тема. Стекло, ну, к сожалению, Санпин у нас в свое время запретили оборотную тару. Вернее, разрешили ей не пользоваться. То есть, на сегодняшний день там такие крупные предприятия, как «Балтика», они не используют оборотную тару. Вот, Вячич, спасибо им, они еще используют бутылку, сохраняют мощности по мойке. А куда стекло еще может пойти в переработку? Оно может пойти? Стекло может пойти в переработку много куда, но все эти технологии, они достаточно затратные. Если его перерабатывать снова в какое-то сырье, то у нас ближайший стекольный завод — это Бор, это слишком далеко. Где это? Это Нижегородская область. Нижний Новгород. По идее, сырье, стекло как сырье по цене упало так сильно, что мы, отвозя бутылку тоже битую в Нижнюю, ну, получаем только транспорт. Вот недавно на конференции озвучивались такие вещи. Вот смотрите, у нас история сырья более-менее востребована. Это ПЭТ.
Его хорошо покупают. Это крупный переработчик у нас есть в Сыктывкаре. Это бумага, как я уже сказал. Свои в покупают. Любом количестве, угу. Да, там и свои, и кто угодно ее приобретет. Вот. Со стеклом есть проблема. Если мы вспомним советское время, да, помните, 20 копеек бутылочка стоила, и литр молока 24. Да. Давайте сейчас посмотрим. Сейчас стоимость стекла опустили до такой степени, его бомжи не берут в бачках. Раньше потому никто не бил бутылки, все несли сдавать. Конечно, потому что нет оборотной тары. Вот если будет выстраиваться государственная политика по оборотной таре, Я слышал, что предложение это было включать в стоимость товара. А вот сейчас в свете того, что в свете того, что вот сейчас новые правила, да, и все о мусоре говорят, и федеральные программы строятся, самое время этот вопрос поднять, правда же? Вообще самое время поднять вопрос, ну если по этой теме, по сортировке и вообще программе сортировки, потому что мусор в том виде, в котором он есть сейчас, его отсортировать бывает очень сложно. Он хорошо, он давай все-таки у нас неудобен для сортировки. У нас остается не очень много времени до завершения первого часа. Мы просто хотим у Михаила Викторовича все-таки вызнать. Вот сейчас проектирование идет мусоросортировочного завода. В мощности вы назвали. Где он будет построен, этот завод? Он сколько рабочих там мест? Же. В Усинцах. Это порядка 80-90 рабочих мест. Как бы. Ну, я еще раз говорю, это всего лишь один из объектов из территориальной схемы. Территориальная схема рассчитана у нас до 2028 года. Правительство сейчас вот этим занимается. Очень активно Алла Викторовна Албегова занимается. Игорь Юрьевич Редькин. Территориальная схема рассчитана на 10 лет и включает, еще раз повторюсь, то есть ряд объектов сортировки, размещения, перегрузки. Они все ваши, этот что касается объект, САХа? Объясню. Этот территориальная схема охватывает всю область. За 10 лет она должна быть исполнена. Почему я говорю о таком большом инвестиционном проекте? Через 10 лет мы должны получить схему обращения с ТКО, которая будет соответствовать, там, не знаю, там, как угодно это называется, европейским стандартам, экологическим требованиям. Вот. И наше это будет не наше, мы не знаем. А вас спрашиваем, у вас какие намерения? Смотрите, 1 марта будет объявлен конкурс, который правительство проведет по выбору регионального оператора с обращением. По обращению с ТКО, кто победит, тот и будет заниматься воплощением этой территории. Это не инвестор, это организация, которая будет привлекать инвестиции. Это организация, которая будет либо привлекать инвестиции, вкладывать свои деньги на первоначальном этапе, а возмещение инвестиций, естественно, пойдет из тарифов. У нас много таких организаций, которые способны с этой ролью справиться? Зайдут ли... Я думаю, что это будет межрегиональный какой-то... Региональный должен быть. С 1 января 2019 года, еще раз скажу, вывоз ТКО переходит в коммунальную услугу. Если сейчас эта услуга договорная, то с 1 января это будет коммунальная услуга. Граждане получат в платежечке строка вывоз ТКО, и региональный оператор будет поставщиком коммунальной услуги. И, конечно, мы, ну, что тут, положа руку на сердце, мы надеемся, что хотя бы одна коммунальная услуга в нашем городе, в нашей области сохранится за кировским предприятием. Вы заявляться будете конкурс? Да. И вы ожидаете, что будут заявляться также и операторы из других регионов? Мы где-то в законе считали, что это по согласованию с правительством области. По согласованию с правительством области. Они все-таки определяют тоже, могут поучаствовать с кем работать, да? В какой-то степени могут, в какой-то не могут. Все-таки ну, это правительство 44-й ФЗ. Спросим. Угу. Мы будем делать большой эфир в марте месяце, как раз тоже по этой теме. Обязательно спросим. Вот завершая там первую половину, мне бы хотелось несколько... Ну, вот есть разные виды там, проблем, которые препятствуют инвестированию средств. Я просто коротенько назову площадки, отсутствие площадок, вернее, отсутствие кадров, отсутствие заемных средств, сложность с их получением. Бюрократия, то есть медленная скорость принятия решения и гиперконтроль со стороны контрольно-надзорных органов общественных. Итак, площадки, кадры, деньги, бюрократия и контролеры. В какой последовательности вы, Михаил, расставили бы эти препятствия да, при своем проекте? Поубывающие, да? Я уже про препятствия, про все забыл. На сегодняшний день огромная поддержка и со стороны правительства области. Сейчас мы ведем... Бюрократические барьеры сняты. Сняты, да. Сейчас мы ведем переговоры с ВТБ. На федеральном уровне выделено 3 миллиарда на поддержку реальных производств. Финансирование как раз того мусоросортировочного комплекса, про который мы говорим, мы надеемся получить через ВТБ по федеральной программе. Это 6,5 годовых. Угу. Поэтому, это нормальная ставка?
Для производства Нормально. Хорошая. А сколько сейчас ипотека? Порядка 10% сейчас можно. Для кого-то и 6% ипотека. Да, поэтому ставка хорошая, и очень надеемся, что у нас все получится. Гиперконтроль со стороны контрольно-надзорных органов. Вот вы тоже, оба наши гости заявляли. Мы на себе не ощущаем. Почему? Потому что мы даже в некоторой степени тот же Росприроднадзор просим наш действующий объект проверять почаще, чтобы мы сами были в курсе. С площадкой определились. А вот что касается... Мы просто в эфире еще останемся с Алексеем Глебовичем, а вас отпустим. А что касается кадров? Вот в процессе там, того, как мы программу вели с Олегом на протяжении нескольких лет, буквально каждый приходящий сюда бизнесмен про кадр говорил, что это всегда проблема. Ну, а даже вас... сегодня, если получится поговорить с директором завода «Димал», Трегубовым Дмитрием Анатольевичем, он как раз поехал на ярмарку вакансий в Ахрушах, где открыл свой завод. То есть он кадры ищут все. А у вас? Вам предстоит расширение? Да, нам предстоит огромное расширение. Опять же, нам предстоит огромное расширение, если мы победим в конкурсе на регионального оператора. С кадрами, ну, действительно, есть проблемы, но постепенно решаем. А как? Как решаем? Да. Ищем целеустремленных людей, приглашаем на работу. Понятно, что мы сейчас, знаете, как бы мы, наша отрасль сейчас вот прям как вот поднятая целина, вот лопата, вот поле, давайте копать. То есть мы учимся. Мы сами учимся вместе с правительством, учимся вместе с Министерством природоохраны, с Росприроднадзором, все изучаем то законодательство. Нет, ну вот мы, например, своим эфиром готовы вам помочь. Вы через эфир можете прям даже обратиться, что нужны такие-то кадры, или в такое-то время будут нужны. Обратите внимание, вы там будете готовить, или кто, с какой квалификацией. Еще раз, 1 марта будет конкурс, если мы его побеждаем, то, естественно, у компании будет большое развитие, и тогда мы уже будем смотреть, какие из инвестпроектов мы будем строить в первую очередь. По идее, это все будет расписано в территориальной схеме, вот, и мы будем сразу понимать, где будет мусоросортировочный завод, где будет полигон, где будет мусороперегрузка, и кто туда будет требоваться. А вот вопрос, я прошу прощения, вы сортировкой хотите заниматься, насколько вот вы рассматриваете интеграцию еще населения в такую программу. Я так понимаю, что они увидят в платежке, значит, утилизацию. Будет ли какая-то мотивировочная часть для населения, что они уже на уровне первичной, так сказать, переработки. Про сортировку вы имеете в виду? Конечно. То есть это тоже достаточно большая тема. Это она, да, и причем она такая глобальная государственная история. Мотивировочной части для населения впрямую от государства, скорее всего, не будет. Это будет немножко в другом виде выражено. После того, как мы все-таки разберемся вот с самыми главными вопросами, это размещение ТКО в городе Кирове и области, потому что тема очень-очень сложная. Мы вот вчера как раз сидели, думали, для того, чтобы каким-то образом начать восстанавливать систему сбора в Турции, то есть макулатуры, как там замотивировать граждан там, по сдаче того же стекла, PET-бутылки. Очень надеемся, тот закон об утилизационном сборе, который в этом году заработал и уже вынуждает крупные компании, производители пива, стекла, PET, Coca-Cola и прочее, вот они уже объединились в ассоциацию. То есть они сейчас будут платить утилизационный сбор, им, конечно же, будет выгодно начинать снова пускать товар в оборот. Собирать в турсырье. Да. Да, большая программа. Поэтому для населения, наверное, вот пока так вот, то есть будет, скорее всего, вот у нас с партнерами сейчас, партнеры наши, вернее, открыли для пробы в юго-западном районе пункт. Мы видели. Дымковские узоры раскрашены. Да, по приему в турсырье. На площади Конева. Вот если эта практика приживется, пока это абсолютно такой благотворительный проект, понятно, что его содержание... Пункты сбора вторсырья. Они что собирают там в этих радужных домиках? В этих радужных домиках. Это один домик пока, да. Так. Это стекло, бумага. Поэтому все стекло, фракции, бумага, пластик. Да, все фракции, которые можно отправить на переработку, они принимают. Пока что так. То есть дифференцированные ставки просто по населению не наблюдают. Ну, то есть, допустим, ведь западный опыт есть. Его давайте тоже так. Надо... Вот у нас сейчас Донской говорит, мы за 10 лет попробуем разобраться. Да. Немцы, японцы это делали 20-30 лет. Конечно, ну, это... Все понимают, что мы должны к этому прийти, но пока... У нас, вот правильно вы говорите, и сампины мешают. То есть мы разговаривали вроде уже с Роспотребнадзором, то есть о размещении контейнерных площадок, то есть это сейчас будет называться метанакопление ТКО,
Так, все не рассказывайте. В марте. Да, после марта. Мы встречаемся в марте 14 числа. 14 числа планируем этот большой эфир. Это первое уже пройдет, и даже неделю дадим вам отдышаться после этого. Потом сделаем большой эфир. Спасибо. Сейчас прервемся. Отпускаем Михаила Шихова. Спасибо вам, директор по развитию компании «САХ». С Алексеем Егоровым, генеральным директором компании «Аварус». Остаемся еще на второй час. И будем подключать Дмитрия Трегубова, компании «Димал», Михаила Некрасова, «Нанолек», и Николай Липатников, президент Вятской торгово-промышленной палаты, к нам придет.